Ну, я думаю, что среди юниоров у нас, я думаю, что получится. Состав неплохой. Из города можно попасть? Хоть во сколько было? Не можно, но нужно. Техника для того была нормальная, с вычислениями, со всеми делами, техническими. Самое главное, чтобы травм не было. Да, и травм, чтобы не было. Там можно в любой момент, может, столько поворотов, и на каждом повороте гонщик живет. Не знаю, что. В прошлом году пошли, безобидно какая-то, ну, падение было, и такая серьезная травма, то, что до сих пор даже еще восстанавливается. Процедура такая. Ну, просто сам ехал. Она уже проехала. А шанс был реально стать чемпионом. Дружи, где вопрос? Ты с Дмитрием Грязевым как общаешься? Это твой. Если я честно, уже давно не общался, тем более с таком политическим